Всем доброго времени суток, дорогие подписчики. На завтрак у меня карбонат славянский. Не, без хлеба. Пирожок с капустой. Прямо всем аппетит, что со мной сейчас. Место. По вкусу. По-моему. С огорода. Вкусненькая. Небо нахмурилось, дождик будет. Хурма обычно большая растет. Я имею в виду это. Сорт помидор. А кисловатый. Мелочь вкуснее. Зелушки немножко. Витаминчики должны присутствовать. Нормальный перекусик. А там зеленушка. Я больше присутствую. И еда на ура.